Такое-то мая 2020 года. Заканчиваем рыбалку на Становом. Снимаемся с Костей Желицы. И попытаемся сегодня еще по реке пройти, посмотрим. Вот оно сегодня ветрено, но красиво. Хватит любоваться, пора работать. Крайняя Желица прямо рядышком. Ребята тут ставили вечером. Она утащила под бревно опять. Блин. Похоже, что мы ее потеряем. Блин. Тут эти коряк. Нифига на. Так, ну-ка греби туда. От берега. От берега, да. Блин. Блин. Надо было тоже кол взять какой-то. Это очень глупо. Зацепил за несколько кольев, блин. Или это дерево одно. Одно дерево. Так. Ну что, мочиться, так мочиться, блин. Главное, никого нету. А мы мокнем. И крючок. Крючок. Крючка нету. Оборван. Свидетель. Очевидец. Так, где та веревка-то? Давай к Желице обратно. Вот живец. Обычно выплевывает, значит, зацепилась. По идее. Держится еле-еле. Что она туда будет путь? Она знает, где коряга, блин. Туда и... Страшно. Что это, падла? Подавала. Ловим ее в мешок. Удочка сработала. Да, спасибо, ребята, помочь. Да тут. Он говорит, ты узнаешь место? Так, нет, не было людей на том месте. И я, говорит, думаю, что это не то место. Они вон туда, тут жировиха, прошлогодний этот, клюквы. Они хотят, это, они знают, что тут может быть клюква. Вот они, это, там, так-то натяг хороший. Опа. Не надо ругаться. Надо, надо. Ты готов? Эх, она держалась на купец. Ну ладно, что. Другого просто офигел. Сработала какая-то железь. Надо убрать крючочки. Сейчас Костя будет опять мешок подставлять. Да. Как идем, так и идем. Я сейчас буду ей смотреть в глаза. Есть ли у нее это совесть? Так, ладно. О, там она стоит. Но вопрос,
Держится ли? О, все камыши. Да я сейчас сниму. Тебе дам ее держать. Ты как у меня... Как тыка. А сам-то я к ней подберусь. Ну что ты, где ты тут? Только что ходила. Страшная крокодила. За что ты тут заводила? Ушла. Нет, подожди. Просто трава. Шик. Трава так. Костя принимает загар. Да-да. Солнечная ванна. Главное, чтобы не было удара. Подсветил немножко. Так. Разморка. Не знаем, есть ли что. Остров утащила. Я отцеплю железу и тебе передам. Если там 6 килограмм, то ты не удержишь. Нельзя ждать. И в мешок надо. Надо ее в лодку в первую очередь. А вот тут и подсак у него сухопутчик, блин. Ой. Правильно замотала. Сейчас посмотрим. Вот только что взяла. Так, и теперь тыка, а я никто. GoPro стоп видео. Так. У меня там квадратик работает. Работает. Работаем в квадрате. Ой, я опять сработала жерлица. Кости посвящается. Хе-хе-хе. Пугает нас. Маленькая катушечка, маленькая. Рыбинка. Даже у нее сил нет открыть от палки так далеко. Только что же была нормально. Ходила. Нету, все, ничего нету. Вот, вдруг вот где. Вот. Вот, видишь? Вообще сорвано. Оборвано тут поводок и гнусь.
и одним крючком меньше. Какие здесь есть кабаны, да? Я тоже, смотри, я кто-то квасал. Ну вот. Все и объясняло, что булькает так хорошо. Мы плывем по ветру. Вот, видишь, если, конечно, кто-то видит, кроме меня. Шла в берег, можно было медведю съесть. Медведева? Ты чё, не видишь берегов, что ли? Заглотило, хорошо. Для вяления только. Может, не виноваты? Может, это последний щук сегодня? Ну, на озере.